В Америке многие девушки боятся поправиться, потому что еда настолько калорийная, настолько не подходит для женских фигур стройных. Что вы делали для того, чтобы не поправиться за эти несколько недель съемок в Америке? Я просто стараюсь следить за правильным питанием, следить за здоровьем. Поэтому да, я не приемлю весь этот фастфуд, мне это не нравится. Я просто понимаю, что потом я буду плохо себя чувствовать. Все-таки я лицо телевизионное, да, мне нужно, чтобы вот эта часть вместилась в эту маленькую коробочку, да. Поэтому зачем же я буду так мучиться? Здесь на съемках вы себя чувствуете комфортно, потому что вы практически на своей второй кинематографической родине. Вы строите активно карьеру в Голливуде после двух голливудских фильмов. Это «Шпион, выйди вон» и «Росомаха», который выйдет в прокат в этом году, где вы сыграли с Хью Джекманом. Вы думаете о переезде в Голливуд, на голливудские холмы? Я, конечно же, думаю об этом, но я не могу сказать, что это обязательно произойдет или это точно не произойдет. Но тут уже как карта ляжет. В чем была основная сложность играть в голливудском кино? Есть множество нюансов. Какие-то вещи у нас очень хорошие, какие-то у них очень хорошие. Что-то есть плохое у нас, что-то недоделано у них. Сложность, она одна единственная, все-таки языковой барьер. Играть на русском языке для меня, я же русская, да, я не думаю о языке, когда я говорю. Я могу импровизировать совершенно спокойно, и мне как актрисе от этого легче играть. А на английском сложно импровизировать достаточно. В тот момент, когда вы играли с Хью Джекманом в «Росомахе», вы чувствовали некий комплекс того, что вы не можете на английском выразить свою мысль так, как бы хотелось? Конечно, хотелось бы иногда что-то свое вставить, да, свои русские 5 копеек в характер. Ну, я думаю, что со временем это придет. Хью Джекман, например, вам подсказывал, вам помогал одолеть некий языковой барьер, который присутствовал? Мне сказали, что это невиданный факт, чтобы актер такой величины, как Хью Джекман, приходил и кому-то просто из-под камеры подбрасывал реплики. Со мной это случилось, я горжусь этим. Конечно, с его стороны это было очень мило, это очень было приятно.